Друзья, в продаже у нас появился Peugeot 308 2008 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 120 лошадиных сил. На автомате, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего один владелец. Машина в заводском окрасе, в богатой комплектации, в отличном состоянии, как технически, так и косметически. Имеются омыватели фар, противотуманки, литые оригинальные диски, рейлинги на крыше. Панорамная крыша. 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, подогревы передних кресел по 3 положения. Имеется круиз-контроль, управление мультимедией, климат-контроль раздельный, обогрев заднего стекла, огромная панорамная крыша, тканевый салон в идеальном состоянии. Шторки на задних креслах, 3 места сзади полноценных, столики с подстаканниками, дефлектора подачи воздуха для задних пассажиров. Машина в отличном состоянии, в заводском окрасе, 8-й год, оригинальный ПТС, всего один владелец, богатая комплектация.